Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лего Стал номер один, или же Number One. Так, читаю ваши комментарии, выпуск 3. Я знаю, вы любите эту рубрику. Я это уже заметил. Но, ребята, смотрите. Хочу сказать про Лего и про подписчиков. Значит, сейчас я заинтересован био, да? Это вы заметили, наверное. В связи с чем подписчиков начало, скажем так, появляться меньше. Почему? А потому что био намного меньше фанатов, чем Лего. Я не знаю, что с этим делать. Когда новое Лего? Вот, еще. Блин, реально, я сейчас не могу себе позволить купить Лего. А вот если честно, я никогда не любил самодельность из Лего, честное слово. Только я любил всегда из био, и так всегда было. То есть я реально очень не люблю самодельность из Лего, это правда. Вот, реально очень не люблю самодельность из Лего. Вот. Да, скажем так, давайте что ли смотреть. Первый у нас видеоконфликт с Дерики. Значит так, читаю комментарии. Читаю комментарий, я сказал. Так, тут у нас кто пишет стайл, то есть это значит Майсом только круче, а если Дерики, то его. Фаб Сендермен пишет стайл. Лего Джой пишет стайл. Фантом Чаннел Ревьюз. Естественно, стайл, кто же еще круче всех? Да, спасибо. Вадим Сальников пишет. Хорошо снимаешь, молодец. Спасибо. Фаб Сендермен пишет, я сделал самолетку для конкурса. Да, я уже оценил и написал, что ты принят. Лего Рик пишет, стайл лучше всех, спасибо. Мирамгуль Алинова пишет, ты не... И мат. Ты не аху... И мат. Никита Гор пишет, стайл. Колокас Лего Чаннел пишет, о боже, ну конечно же стайл. Лего Мастер пишет стайл. Исентов Амир пишет стайл. Антон Анисимов пишет Дерики. Лего Мэн пишет Дерики. Максим Евдокимов пишет стайл. Никита Сестуонок, прости, если неправильно прочитал, пишет стайл. Матвей Сулкин пишет Том и Антон. Что? Спрингтрап пишет Дерики Даун и... Что-то там еще стайл, твоя самоделка круче, чем у этого. И что-то какой-то опять мат. Ну, Дерики не даун, это я могу сказать. Дерики пишет, может врезать. Спрингтрап пишет, слушай, пошел ты на мат. И ты даже не знаешь, где я живу. Так что ударься головой об стенку и пи мат. Легомен пишет спринтрапу, ахахахаха, очередной школьник неадекват. Спринтрап пишет ему, во-первых, поучи русский, во-вторых, ты увидишь себя, у тебя на спине будет рюкзак, мамка будет стоять у тебя за спиной и орать на тебя за то, что ты получил двойку по русскому языку. Причем вот такой вот у них агрессивный очень диалог. Спринтрап. Спасибо, что ты проголосовал за меня, но не надо обзывать Дерики Дауном, потому что он вроде бы, ну, нормально, да. Жора Гончаров пишет стайл, Александр Безяев пишет стайл, Матвей Сулкин пишет стайл, Мегарока 747 пишет стайл, так, Том Мэн пишет Дерики, Айс Чанл пишет стайл, твоя самоделка круче, Даркнесс Макута пишет ля, я сам хз, не хочу обидеть того и другого. Юрий Нечаев пишет, короче, у него лучше, потому что он хотя бы выглядит нормально. Так, мой тоже выглядит нормально. Даже если он не такой уж сложный, кстати, брать маску с другого бионика, это норм. Но если это твоя самая главная самоделка, то нет, это не норм. Я могу с тобой поспорить насчет этого. Так, сбился. Так как ты никогда не сделаешь голову лучше в таком размере, а твоя голова дерьмовая. Нет, она не дерьмовая. Ты просто не понимаешь в голове ничего, Юрий. А то, что он может раскладываться на части, его это бесполезно. В бою нет. В бою, смотри, сам подумай. Наносят, допустим, хотят нанести удар, а он рассоединяется на части летит, и, короче, сзади. Это все очень моментально. Так, раз оказывается, части сзади, собирается быстро и наносит удар. Это очень полезно.
Вот если бы они могли бы полноценно трансформироваться, вот тогда это можно было бы считать преимуществом. Возможно. Да, может быть. Если ты будешь спрашивать, умею ли я делать самоделки, то да. Я делаю добротные самоделки. Докажи. Но был бы у меня столько деталей, сколько у тебя, я бы делал лучше. Я тебе не верю. Юрий, я тебе не верю. Ты покажи, как ты делаешь, а потом уже наговаривай. Не пойми меня правильно, с техникой у тебя все хорошо. Спасибо. Но вот дизайн не очень. У каждого свои вкусы. Да, это я скажу тебе, Юрий. Ты спросишь, а в чем проблема? Но прости, я не могу учить тебя через комменты. Меня не надо учить. Да, так что так вот. Хех, это был мой самый большой коммент, это все, не обижайся, пока. Я не обижаюсь, вполне адекватный комментарий. Did the head did пишет. Конечно, смотрите, конечно, стайл, он лучше всех. Конечно, стайл, он лучше всех, говорю я по-нормальному. Никита Сестонок пишет, а почему так долго выходят ролики? Вы что, совсем? Извините, ну, ребята, вы что? У чего? Я и так очень много снимаю. Артем Доля пишет, стайл победит, ура. Матвей Слукин пишет, вы предатели. Кто? Я с Дереки или как? Дальше смотрим к конкурсу. Так, конкурс. Конкурс. Значит, вот они пишут. Сделал, заснял, выложил, участвовал. То есть я не буду сейчас это все читать. Только прочитаю один коммент. Ну, блин, у меня нету бионику. Ну, прости, не мои проблемы. Но я не стал читать, потому что они уже это выложили, я уже оценил. Дальше КМОК Скелет Воин Бионикл. Кстати, меня Фаб Сендермен сплагиатил. Зачем? Вопрос к тебе. Зачем ты полностью сплагиатил меня? Не знаю. Серж Светенко пишет. Я тут твой большой фанат, замечательная самоделка. Спасибо. Никита Михашонок пишет. Отличное видео, твой фанат. Огромное спасибо за твои видео. Спасибо. Мистер Джокерс в отпуске до 22 июля. Круто. Ну, это он пишет. Круто, но когда будет нормальное лего? Бионикл и детали от них уже надоели. Ну, извини, нету. Кстати, когда вот я с этим Дирки вот это все выложил, от меня отписались два человека, наверное, фаны Дирки. Да. Или ты сам Дирки, не знаю. Том Бхур пишет, ты молодец, все круто, спасибо. Мок Скелет Шаман. Читаем комментарии к нему. Так, Вадим Сальников пишет, классно, а в чем твой успех с подписчиками? Когда у меня было мало подписчиков, я выпускал по 5 видео в день. Вот весь секрет. Дерики пишет, 7,5 баллов из 10, потом расскажу минусы в скайпе. Из-за этого заварилась вся эта каша, ребята. Ну, не буду рассказывать. Спринтрап пишет. Самоделка прикольная, но немного не законченная. Джек Воробей пишет. Самоделка офигенная, спасибо. Александр Безяев пишет. Класс, лайк. Спасибо за лайк и спасибо то, что... Класс. Так. Значит, смотрим самоделки ютубера в Darkness. Там я не дочитал комменты. Да. Вот там Darkness Makuta пишет. Все, что я буду писать... Это Darkness Makuta. Так, сейчас. Вот. Darkness Makuta пишет. Там больше 3000 деталей. Делал его один день. Спасибо, очень приятно. Ну да, вот так вот я похвалил твою самоделку. Дерики под этим комментом улыбочку грустную делает. И также Дерики пишет. Про меня забыли, никто почти не помнит, что я еще здесь. Не знаю. Дарна Смакута пишет, это самодельная голова. А я думала, это перекрашенная маска Вакамы Хордика или же Макута. Дарна Смакута пишет, на ноги норм, просто он на шкафу стоял, я фоткал снизу. Ну да, я уже видел, короче, какие у него ноги. Читал ваши комментарии 2. Вот это мы посмотрим и будем заканчивать выпуск. Так. Так. CoolGuy0705 пишет, блин, сколько видео...